По инициативе отдела по делам молодежи и туризма администрации города Хасавюрт 6 июня в реабилитационном центре активистами волонтерского корпуса «Чистая планета» была проведена акция «Рисунок на асфальте», посвященная Дню России. Мы сегодня проводили эту акцию, дети с радостью, с удовольствием рисовали. И хочу отметить знания детей. Вот мы после этого рисунка, я у них спрашивала, что мы сегодня дети рисовали, какие вот рисунки вы сегодня изображали на асфальте. Они все сказали, что это был флаг Российской Федерации и назвали основные цвета. Это радует, конечно, что дети уже знают, из каких цветов состоит наш флаг. Как отмечает Айшат Атаева, целью проведения мероприятия стало развитие познавательной и творческой активности детей, воспитание чувства патриотизма и реализация творческого потенциала детей. По словам сотрудников центра, подопечные с удовольствием рисовали. Рисовали мелками на асфальте и чувствовали себя настоящими художниками, проявляли высокую активность и большой интерес, играли в интересные подвижные игры и получили массу положительных эмоций. В ходе акции было предложено нарисовать один большой флаг Российской Федерации на асфальте, в котором участвовали дети и взрослые. Кроме того, волонтеры учебных заведений города раздавали мороженое подопечным центрам. В завершении Атаева выразила благодарность всем за участие и подчеркнула, что мероприятие получилось необычным, сказочным и ярким, а главное – оставить в памяти у детей светлые и приятные воспоминания, связанные с детством. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».